Ты это так сказал, я испугался. Не бывает такое. Такс, сейчас все распределим-с. Гранатку взял. Вот это прям мне пригодится. Это я тоже с собой возьму. БПшечки насобирал. Спасибо мне. Демочку собрал, кстати, тоже неплохую. Потом с ней в рейд пойду. На маяк. Наушники раз. Продажу. Все. Ты уже вышел? Только вышел. Супер. Так, ну мы в теории пару рейдов на завод еще успеваем. До тех, до конца стрима. Что-то бабусик. Да. Бабусик. Нравится много бабусика. Я снова при бабках. У меня снова чуть меньше ляма. Это на всех этих фановых вещах столько уже потратил всего. Так, давай-ка еще продадим. Дорого. Так, бастион. 180, ну давай 190 поставим. Значит так. У меня есть Ксюша. Думаю, Ксюша пойдет. Граната обязательно ударная. Бронеразгрузка. Так, все. Я, в принципе... Ты уже готов, типа? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть готов, да? Ну, типа. Все. Сейчас я... Мне нужно немножко снарядиться. Куплю себе на 60 патрон магазин. Так, был 60. Чё так дорого, блин? Почему так дорого? Чё за херня? Вчера еще копейки стоил. Сорок семь тысяч, охренели. Так, я буду с Ксюхой. Вот, бойся меня. Боишься меня? Нет. Вот и я себя не боюсь. Сейчас я патрончики. БПГС продает. БП, подожди, это бронебойный, что ли? Да.
А я у прапора могу купить теперь. А, всего 120 штук. Ладно, купим. Есть, это есть, и шлем какой-нибудь поприятней. О, все, я буду в глухом шлеме. Еще очки одену для пущей красоты. Так, и последнее, мне нужно прицел какой-нибудь напялить на нее. Ну все, извращенство полностью готово. Я надеюсь, ты тоже готов. Какое же это извращение, ужас. Я готов. Точно не хочешь получше броню взять? Сейчас четвертую надену. Вы стадо бомжи, блин. Погнали. Надеюсь, ты вылечился? Прикинь, да. Все, я готов. По крайней мере, от выстрела в голову я не должен умереть сразу. А у тебя какой шлем? Да, хер его знает. Ну, какой-то шлем плюс забрало, плюс очки Кондор еще до кучи. В глаза точно не должны пробить. Очень на это надеюсь. Ну, по сути, пробьют. Не каркай, блин. Ну вот смотри, у тебя забрало третье, скорее всего. А все ходят с поисками, как минимум. Они три пробития. Угу. Ну и плюс очки, плюс два класса брони. Ну, по крайней мере, по ощущениям. Сразу уверенней. Надо было еще на челюсть одеть очки. Равно самая лучшая защита — это шапка Adidas. Угу. Че ж ты в ней не бегаешь? Дорогая. Сколько она стоит? Около 24. Вот ты серьезно, дорогая, да? Ты там мне божился, что у тебя 8 лямов, а ты жмешься 24 тысячи на шапку, которую не пробивает даже самый мощный снаряд. Любишь экстрим, да? Получается. Да. Классно. Я это хардкорный геймер. Угу.
Ух. Сбоку люди могут быть. Угу. Тут сидим. Пока да. Я просто, если что, глухой. Ну, у меня уши, если что. Ты кого-то слышишь? Пока нет. Выстрелю. О. Босс. Это где-то в офисах. Угу. Открою дверь. Блин, забрал, я нихера не вижу. Тихо. Ты где? Офисы. Челик. Убил его. Не высовывай. Предлагаю на третий этаж забежать по этой лестнице. Ну давай пробуем. О, блин, ты чё? Это не... там по коридору дальше. Угу, угу. Я вроде попал. Понял. Так, это боты. Тут труп лежит. На втором этаже. Да-да-да. Босс на втором этаже. Босс рядом! Помоги мне! Да бля. Идет к тебе, он коцанный. Может, не босс, ЧВК, скорее всего. Сейчас посмотрю. Я в него зажал, но убил он меня. ЧВК. А где был? Ну, заход на второй этаж, который. Грудную клетку меня убил. Эх. Ладно, Бартикул, попробую я последний рейд один. Окей. Вот, давай, удачи тебе. Там, короче, он на втором этаже, скорее всего, или на третий будет подниматься, меня лутать. Наверное, он не знает про тебя. Вот, если сможешь у меня Ксюху забрать, там второй или третий магазин с БПХами. Так, чисто между прочим. Так, последний рейдик, наверное, сходим на завод, да? Не получается особо повоевать так по-серьезному. Ну, можно имку взять. Чё, вот еще броню эту. Кстати, тоже, по-моему, имка, да? Ну-ка. Да, тоже имка. Як. Да, наверное, пойду сейчас с этой эмочкой.
Шлемофон. Такой вот возьмем. И вот так вот. Да. Нормалды. Магазина нет, давай-ка еще тот возьмем. Где он, где ты? Или к Жельку. Стой. Четвертый. Третий. Ладно. $1000. Дорогой, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Так. М-ка есть. Магазин. Не могу найти, куда я его дел. Куда-то он упал. Ладно, будет вот так. Там чел был в маске Тагилы, я его последним патроном забрал, но пришел босс, и я не пережил, жалко. Понял. Ладно, не буду врать это. Лучше вот на Гжельке сходим. Я пойду вот так, но сначала надо немного ее модифицировать. А именно, поставить фонарик. Да ёб красота. Как тут фонарик, блин, на это оружие называется? Элементы снаряжения, может быть? Электрический кон... Не, ну, наверное, элементы снаряжения. Или любой фонарик. Как выйти из команды, думаешь, я знаю? А все, вышел сам. Думаю, у этого полупокера должен быть, да, вот фонарик. Думаю, он сгодится. Ну все, дай бог. Попробую, как она вообще стреляется в убежке. Что-то говной воняет. Ужас, отдача, жесть. Надеюсь, поможет.
Дорого-богато. Все, погнали. Ух! Сейчас будет расколбас полный меня. Попробую опять в офис забуриться. Второй этаж. Ну, сейчас там мне голова глаза не светит. Не должно светить. Засветить, точнее. Голова, уши. Ну, скорее всего, да. Голова, уши. Левый палец ноги. Ну, жесткая ОМК отдача, конечно. Шлема столько разных свистоперделок, такой весь какой-то золотистый, да, по факту херня какая-то третьего класса. Но зато красивый. Как испугал. Все, сейчас буду рашить. Убьют, убьют, хрен с ним. Буду стараться максимально быстро отыгрывать, отрыгивать. Но где он? Да где, блядь? Пиздец. Неприятно. Это чел был? Big Pipe. Умные боты, я думал, он ушел. Куда он попал? Грудная клетка. Пробил мне грудную клетку. Ну ладно. Хотя бы босика замочил. Чуть-чуть осталось до левелапа. Курва. 9000. Посмотреть по заданиям, может, что смогу сделать. Хороший шприц. Я пока отбегал, он меня восстановил почти.
Рано 30 левел. Ладно, давай сделаем так, торговцы. Так. Рабаши. Всё, без брони пойду. Козлы, блин. Все, последний рейд. Пошли все в нафиг. Не, ладно, куплю хотя бы третьего класса броню. М-ка мне, честно говоря, не понравилась. Конкретно вот эта сборка прям что-то это корявая. Давай, брат, загрузись быстрей. Последний рейд на сегодня. Мы сделаем это. Пока что максимум двух боссов я убивал. Мираторец-ка. Плешетами сейчас буду добро рассылать всем. Если игра найдется, конечно.
Ну чё, будем играть? Нет? Опять буду рашить. Не буду сидеть на месте. Но сначала нужно сожрать таблетосик. Блин. Сейчас он заломится, да? Ну и где он? Ага. Не-не-не. Это боты или это люди? Я не поверю, что боты такие умные. Сколько он? 5 гранат кинул в меня, чтобы выкурить. Ладно, это было быстро на самом деле. Чел, да, все-таки. Столько гранат потратил, ух. Я не попал ни разу. Ни разу не попал. Ну и хрен с ним. Короче говоря, завтра продолжим. Вот, большое спасибо всем, кто был сегодня на стриме, кто зашел, вышел, кто подписался. Да, моему маленькому стримчику это очень важно. Продолжим завтра. Завтра будет у нас что-нибудь да будет. Вот, Тарков, думаю, обязательно будет первым или вторым стримом, посмотрим. Все, на этом я буду заканчивать. Всем большое спасибо, увидимся с вами завтра, еще раз говорю. Ну, я не знаю, что сейчас делать перед вайпом. Сейчас разные ивенты, вот можно боссов еще попробовать помесить. Но я уже потратил всю свою броню, в принципе, хорошую. Да? Тут еще что-то где-то осталось. Но в основном фуфло, кстати, надо. Смотреть, сколько стоит. Херня. Вот, и... Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим, что будем завтра делать. Тут у меня много разного мусора. И есть... Побегаем, поизучаем игру. Тоже продадим. Да. Все, ребят, большое спасибо. И всем до скорого. Надеюсь, понравилось. Надеюсь, не скучали, смотрели, как меня тут нагибают во все щели, во все дыры. Вот. Все, увидимся с вами завтра.